Безвозмездные гранты до 5 миллионов тенге предоставят алматинским предпринимателям. Об этом стало известно на бизнес-форуме в Ауизовском районе. Обладателями денежных сертификатов могут стать разработчики инновационных проектов. Впрочем, в городе уже действуют различные программы по развитию предпринимательства. Подробнее о них и других механизмах поддержки МСБ в материале Дины Жанабековой. Очередной бизнес-форум открыл аким Ауэзовского района Сайран Сайфиденов. Глава местной администрации отметил, что в Алматы разработана единая программа развития предпринимательства «Алматы Бизнес 2025». Основная цель – поддержка развития МСБ через 5 основных направлений – снижение административных барьеров, кредитование, развитие инфраструктуры, обучение и комплексное сопровождение инвестиционных проектов. Представители центров поддержки предпринимателей и различных финансовых организаций города собрались сегодня на этой площадке, чтобы проконсультировать население Ауэзовского района о механизмах стимулирования и развития бизнеса. Разъяснительную работу с бизнесменами района также провели специалисты фонда «Даму» и члены палаты предпринимателей «Атамикен». Они презентуют свои продукты и готовы ответить на вопросы предпринимателей. Данный форум даст новый толчок для развития бизнеса и в нашем районе, так и в городе. Представители центра «Холдау» рассказали о безвозмездных грантах, предоставляемых начинающим бизнесменам. Принять участие в конкурсе смогут разработчики инновационных стартапов в приоритетных направлениях. Прием документов стартует со 2 числа следующего месяца и продлится до 21 марта. Сумма денежных сертификатов составит от 2 до 5 миллионов тенге, сообщили специалисты финансового центра. Для этого вам необходимо к нам подойти в центр, мы вас полностью проконсультируем. Если у вас нет бизнес-плана, бизнес-проекта, мы вам его поможем составить и полностью сопроводим вас до получения грантов. А вот компания «Алматы Финанс» продолжает реализацию программ льготного кредитования. Максимальная сумма займов составляет 300 миллионов тенге. Мы финансируем по льготным условиям, на самом деле беспрецедентная мера поддержки. Финансируем по 2% и под 7%. Наше основное конкурентное преимущество тех же банков второго уровня – это отсутствие каких-либо комиссий за рассмотрение, за введение и так далее, да? То есть предусмотрен льготный период кредитования. К слову, участниками льготной программы уже стали 5 алматинских предпринимателей. Сумма выданных кредитов при этом составила более 130 миллионов тенге. Сейчас на рассмотрении находится около 140 заявок, сообщили представители центра «Алматы Финанс». Дина Жанабекова, Рашид Шукуралиев, телеканал «Алматы».